Добро пожаловать на канал Hardware Z.Info. Это телефон Samsung Galaxy A6, и сейчас я вам покажу, как включить показ заряда батареи в процентах, а не просто в таком графическом варианте. Итак, открываем меню приложений, заходим в приложение настройки, и вот мы оказываемся здесь. Затем выбираем пункт уведомления, да, это третий пункт сверху. И мы с вами видим такой пункт, как строка состояния. Выбираем его и показывать процент зарядки. Открываем, и великолепно, возле значка батареи мы видим процент ее заряда. Спасибо большое за просмотр этого видео. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. До скорых встреч!